Снова здравствуйте, с вами Хелен. Сегодня я буду готовить очень вкусную маринованную капусту пятиминутку. Многие сейчас, наверное, зададут такой вопрос. Интересно, засолка капусты уже давно закончилась, и почему же Хелен сегодня решила показать нам этот рецепт? Дорогие мои, дело в том, что такая капуста съедается на ура. И она очень быстро расходится. И у меня, к сожалению, уже закончились запасы этой капусты. И я решила их пополнить. Купила вилок свежей капусты, натерла морковочку и приступаем к приготовлению. Кстати, сегодня вечером я ее приготовлю, а завтра утром уже можно будет снимать пробу. Для приготовления капусты пятиминутки нам с вами понадобится 1 кочан свежей капусты белокочанной, 1 крупная морковь, натертая на крупной терке, 3-4 зубчика чеснока, 1 лавровый листик, я вот его разломала на две части, перчик душистый и перчик черный горошком. И гвоздичка, несколько штук. Соль, 2 столовые ложки. Полстакана сахара. Полстакана растительного масла. И полстакана 9% уксуса. Вот, в принципе, и все, мои хорошие. Что нам с вами понадобится? Плюс еще 1 литр воды. Ну а сейчас, чтобы не отнимать ваше время, я пошинкую капусту, после чего продолжу. Так, капусточку я нашинковала. Сейчас я пока ее отставлю в сторону и займусь приготовлением маринада. Для маринада нам с вами надо 1 литр воды. Я уже согрела воду в чайнике, так будет быстрее. В литр воды я добавляю соль, сахар, а также высыпаю горошек, лавровый лист и гвоздику. Добавляю растительное масло и ставлю кипятиться. Как только закипит маринад, я добавлю уксус 9%. Пока у меня готовится маринад, я помну капусту. Капусту надо мять до тех пор, пока руки у вас не станут влажные, пока капуста не даст сок. Солить при этом капусту не надо. Просто хорошенько надо ее умять руками. Вот так примерно умяла капусту. Она стала в объемах немножко меньше. Капусту пропускаю через пресс чеснок. И добавляю морковь. Перемешиваю. Итак, маринад у меня закипел, добавляю 9% уксус. Перемешиваю. И заливаю капусту маринадом. Беру обыкновенную толкушку для картофеля и утрамбовываю. Итак, капусточку я приготовила. Посмотрите, какая у меня получилась красивая капуста. Сейчас я прикрою капусту тарелочкой. Вот так.
и поставлю на тарелочку груз. Все, капуста у меня стоит полностью залита маринадом. Сейчас капусту я уберу просто-напросто на подоконник на кухне. И она у меня будет стоять до утра. Утром я ее переложу по баночкам, и можно будет снимать пробу. Ну вот и все, мои хорошие. Прошла ночь, и утром капусточка наша готова. Посмотрите, какая у меня получилась красота. Желаю всем приятного аппетита. Готовьте вместе со мной и радуйте своих близких. Дорогие мои, сегодня я приготовила очень быструю и вкусную маринованную капусту пятиминутку. Если вам понравилось, поставьте лайк. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. И подписывайтесь на мой канал. Ну а я на сегодня с вами прощаюсь. Завтра вновь увидимся. С вами была Хелен. Всем удачи. Пока-пока. И не забудьте написать отзывы в комментариях. Я очень рада, когда вы мне пишете свои отзывы. Всем спасибо. Спасибо, что вы со мной. Пока-пока.